Напоминаем жителям Вентспилса, как действовать в том случае, когда ураган повлек за собой какие-либо повреждения. В случае, если поврежден фасад дома, крыша или пропало электричество, необходимо сообщить управляющему дома. Если электричество пропало в городе, где-то на улице или в парке, необходимо звонить фирме «Вектрос». Телефон 636-24-306. О повреждении общественных зданий необходимо сообщать строительной административной инспекции. Телефон 636-01-198. Если поломан праздничный декор, деревья, ветки, дорожные знаки, тогда звоните в коммунальное управление по телефону 636-24-269.